Аншлаг в зрительном зале и волнительная суета за кулисами. Впервые в своей истории театральная студия «Летучий корабль» Мозырской детской школы искусств номер 2 представляет свой спектакль на профессиональной сцене. И хотя сегодня уже не премьера, волнуются юные артисты не меньше, ведь эти стены и эта сцена не только помогают, но и накладывают определенную ответственность. Сегодня в нашей большой творческой семье большой праздник. В Мозырской детской школе искусств номер 2 очередная постановка спектакля «Русалка» по мотивам сказки Андерсена. Этот спектакль, вообще премьера его состоялась 27 марта, Международный день театра, на сцене Дворца культуры, Дома культуры, 40 лет октября. Вторая постановка состоялась на профессиональной большой сцене Дворца культуры нефтеперерабатывающего завода. И вот сегодня этот спектакль будет, мы увидят зрители на сцене драматического театра имени Ивана Мележа. «Русалка» Ханса Кристиана Андерсена – это сказка с особенным смыслом. Тема первой любви и тяжелых переживаний, поступки героев, готовых на все ради достижения цели. Свой спектакль юные артисты и их талантливый педагог адресуют зрителям 12+. Дело в том, что наша постановка рассчитана на такой контингент зрителя, скажем так, который у нас не охвачен, к сожалению. Вот. Это подростковый возраст, 12+ у нас спектакль. Вот, от 6 классов до 11, ну и там и так далее, как говорится. Потому что в спектакле поднимаются темы, которые как раз очень актуальны в этом возрасте. Это первая любовь, это становление себя в обществе, это противостояние, например, там, личности, вообще рост личности, понимание, что такое хорошо, что такое плохо. Вот, поэтому я считаю, что это очень актуально в наше время. Работа на сцене – это итог долгого творческого труда. Прежде чем сыграть чувства и эмоции, ребята проживают их на репетициях. Зритель видит уже отточенный результат. Спектакль «Русалка» – это яркое, насыщенное действие, которое то и дело выплескивалось с большой сцены в зрительный зал. Главную героиню, русалку, в спектакле сыграла выпускница театральной студии Юля Кудрицкая. Юная артистка мечтает о профессиональной карьере. Что дало мне театральное? Какая-то уверенность в своих силах, а также какое-то раскрытие, наверное, творческое, да, очень много интересных работ. Допустим, «Русалка» у нас пластический спектакль, и такого мы раньше не делали. Это действительно интересно, новый опыт, он всегда прекрасен. Вот. Ну и, в принципе, мне очень нравится атмосфера. Знаете, творческие люди, они немножко такие, с тараканчиками. Вот, и всегда интересно наблюдать за тараканами других людей. Янина Русецкая в спектакле – это воплощение зла и ненависти. Она играет даму. В театральной студии Янина тоже сторожил. Говорит, что, проживая разные эмоции на сцене, научилась понимать и любить весь мир. Я играю самого отрицательного героя в этом спектакле. Сложность в том, что изначально я самая злая в этом спектакле, а под конец я должна прийти к тому, что я натворила много глупостей, и я должна прийти к этому, осознать это, и чтобы зрители это все увидели, показать правильно и раскрыть своего героя. Я хожу уже около 7 лет. Эта студия привила любовь к искусству, к театру, вообще в полном любовь ко всему миру и к тому, что ты все можешь, любовь к себе. В общем, любовь ко всему привела. Театральному отделению Мозырской детской школы искусств номер 2 уже 8 лет. За это время состоялось 3 выпуска. Первое выступление юных артистов на профессиональной сцене оценили сотни ребят. Приглашали на спектакль и артистов Мозырского драматического. Незабываемое впечатление в итоге получили все. И те, кто находился в зале, и те, кто играл на сцене. Лидия Поттер, Юрий Горобец, телеканал «Мозырь».